Скорее, успел, бегом, бегом. Не успел заснять. Так, вернись назад, туда и обратно бегом. Так, вот так. Стоп, ты беда. Так, тут кого-то нету у нас или еще? Должно быть 15. Дежурная. Значит, такое дело. 8 раз запомнить, это костер. На костре что нельзя делать? Огнем, вот так, что загорится там и баловаться, этого нельзя делать. Вы к костру не лезете, сидите, хворост поднести. Там старший Виктор Николаевич, он скажет когда. Теперь, когда другие поют, и вы старайтесь петь, на землю не ложиться. Там специально такие бревна, вы видели, как на бревнах сидеть спокойно. Воды много не пить, маленечко только так, чуть-чуть. Выпили и все. Картошки ешьте, сколько сидите. Соли маленько там дадут, хлебушка вам. Вопросы? Нет, нет. Все, с Богом. По одному не ходить, сразу идите все или как? На группу разбивайтесь. Этого делать. Ей надо бы курточку какую-нибудь. Надень на себя сейчас, а то комар заест. Есть у нее. Помоги одеть. Где у нее курточка? Здесь нету? Надевайте лишнее на себя, только комарики там. Одна не заходи, помоги. Куда она побежала-то? Ну, слава Богу. Сегодня у нас 12 июня 2015 года. Вот продолжение сегодняшних потаенная сеткой крапивой. Кто-то смеется, кто-то и слезу прольет. Моление Евангелия колокола с переливами. Бывает артист и болеет весь день напролет. Знаешь, как у меня эта песня напоминает? Ой, я тебя слышу, мама. Потом перевернешь, Андрюша, я тебе скажу. Подойди, мама, говорит. Да, все нормально. Вот около костра сидим, поем песню. Да, вообще сильно. Это даже музыка оттуда взята. Оттуда? Ну, аккорды те же. Там другие аккорды. Ладно. Андрюша, скажи, Андрюша. Мам, сейчас, это, Андрюша. Жить крепче. Говори, Роман. Да. Вы куда пошли, девицы? Одни нельзя ходить никуда. Никуда не ходите. Обратно. Все, хватит ходить, никуда не надо. У него, видишь, туманный такой смысл. Я его почти все... Давайте, белый парус. Его смешно. Мы же еще не допели. Вот сейчас все, продолжаем. Вот здесь вот, а потом перевернешь. Ну-ка, возьми листочек вот так. Как? Вот так вот. А потом перевернешь. Рукой возьми листочек. А вот этот листочек. Нам есть что другим показать, не хватать. Строгая дисциплина, порядок и после боя. Работают парни, как мужики. Протрезвясь. После 70-летнего угара запоя лагерь стал наш, не спутники, видя там.
но у них что-то с собой, я не знаю, что надо говорить, что у них там подложки вначале выдавать. Да это очень часто. Ни проку, ни толку. Осанна, характеристики выданы. Набирай того харчи, лагерь стан. Степи, на навозной куче, что может быть круче. Степи, на навозной куче, что может быть круче. Россия должна стать. Россия, это мы. Аллилуйя. Давайте. Еще раз белый парус. Так, мы маленько повторим. Никуда не отлучаться. Ни под каким видом. Это категорически запрещено. А если не придут деревенские? Дом стоит. Там видишь, у него ноги нет, у него какая-то грусть. Ночное время. Тут вообще. Я слышу. Знаете, у нас есть гимн России, только на степи Игнатия Тихоновича. Потом отдельно божественно. Страну потеряли. Я прямо вижу, что уже другая нация здесь будет жить. Если бы дети-то вот такие были, как у нас, что бы только радоваться можно. Ни скверного слова нету. Веселое, благодарное. У нас вот представь, пост соблюдается. Не положено в пятницу сегодня растительное масло. Его и нету. Нету, мы строго держимся. Я говорил, даже епархиальные, где нет, это они не соблюдают. А нам нужды нет, даже мы православные. Под сенью Голгофской Святого Креста лишь в этом спасенье и новая сила молитва исполнит по слову Христа. Отбросим гордость. Построить счастливое царство людей без Божьего слова. Все скрыто в тумане под кровом приятных, но лживых идей. И спросим прощенье и милость у Бога. Постом и молитвой загладим свой грех. Не нужно искать нам чужую дорогу. Пусть солнце любви воссияет для всех. Отбросим гордыню безбожных мечтаний. Построить счастливое царство без Божьего слова. Все скрыто в тумане под кровом приятных, но лживых идей. Христа воскресенье над Родиной нашей, и звон колокольный набатом звучит, что может быть лучше, святее и краше, довольство и мир, милосердие щит. Отбросим гордыню безбожных мечтаний, построить счастливое царство людей без Божьего слова. Все скрыто под кровом приятных, но живых идей. Отбросим гордыню безбожных мечтаний, построить счастливое царство людей без Божьего слова. Все скрыто в тумане.
Александрова, игла. Что значит игла? Игнатий. Игнатий Лапкин. Игла. Видите, 2000 год, это его слова. А то, что гимн он мирской, там, Россия наша держава, и всегда она будет, да не будет она всегда. Если люди не будут знать Бога, она будет разрушена, исчезнет. Как Рим. Кто историю Древнего Рима изучал? Рим пал. В каком году Рим пал? А я вот не помню, я уже 476 год. Отсюда принято считать начало средних веков. Вот так вот. Существовала Ассирийская империя, империя Александра Македонского. Все это исчезло. Потому что не на Слове Божьем было основано. Правильно говорю? Да. Кирилл тоже правильно. Есть. У меня вот интересно всегда, да. Какое советское время было гимн России? Вы не помните? Советское где? Время, но мы изучали тогда. Ну там. Расскажите, я не сейчас, раз. Сейчас я не запомнил эти слова. Да не, зачем они? Вот, у нас есть еще хорошая. Давайте заканчиваем. У нас есть хорошая. Раз, когда костер горит у нас, и из ямы дым столбом опять клубится. Приготовься. Мы споем, как наш спаситель гимна спас. Наша радость отражается на лицах. В отдаленном этом месте хорошо, хорошо. Воздух чистый оглашает пенепиц. Наш костер горит, как с углями горшок. Держи хорошо. Звезды искрами рассыпались вниз. Круглый, круглый наш вигвам маяк давно в ночи. Заблудившимся и всем, кто ищет Бога, здесь услышишь о Спасителе, по-новому начни. Путь небесный, Ханаан, тебе по Богу. Все таинственно пугает темнота. Образ тьмы зловещей вечной пляшут тени. Жизнь без Бога и не жизнь, а маята. Судный день пред ним преклонят все колени. Все вместе! В отдаленном этом месте хорошо, хорошо. Воздух чистый оглашает пенепис. Наш костер горит, как с углями горшок. Пока еще не горит. Звезды искрами рассыпались вниз. Если хочешь быть спасенным, поспеши. Это сделать и не завтра, а сегодня. Все содействует, душа твоя в тиши. И не жди, что будет лучшая погода. Облака прольют слезу на твой костер. Лунный свет разгладит волосы, морщины. Теплый ветер вызывает на простор. Церковь Божию корам среди пучины. В отдаленном этом месте хорошо, хорошо. Воздух чистый оглашает пение птиц. Наш костер горит, как с углями горшок. Звезды искрами рассыпались вниз. Наш костер горит, как с углями горшок. Звезды искрами рассыпались вниз. Они еще слов не знают, потому что мы приехали-то недавно, вот в среду заезд, и новых детей у нас много. Поэтому будем это разучивать все. Мы разучили белый парус. Вот. Ну, я думаю, когда деревенские подойдут, мы споем тогда. Так, пошло. Не сказка это, не легенда древняя. Иисус Христос был вознесен на крест, и мертвым был во гроб положен с древа, и в третий день из мертвых он воскрес. Воистину воскрес, и легче дышится. Воскрес, нам говорит ребенка взгляд. Воистину нам пение птичьим слышится. Воистину воскрес, цветы твердят. Сегодня
пусть слышится под сводами небес. Горячее приветствие пасхальное. Христос воскрес! Воистину воскрес! Воистину воскрес! И легче дышится. Воскрес! Нам говорит ребенка взгляд. Воистину нам пение чем слышится. Воистину воскрес! Цветы твердят. Этой радости мы торжествуем, мы поем сейчас. Христос воскрес, вы вместе с нами радуйтесь. Воистину воскрес Он и для нас. Все вместе! Воистину воскрес, и легче дышится. Воскрес, нам говорит енавый взгляд. Воистину нам пение птичьим слышится. Воистину воскрес, цветы твердят. Воистину воскрес, и легче дышится. Обошел вокруг, это назывался Пост Симаковский. Я воображал это, как жили люди. Карась был такой, отец говорит, вот ведро там 15 литров. Ведь он, говорит, лежал карась и в ведре, и хвост наружу вывалился. Сейчас нет такого. Вот этот пруд, это только один. Сколько тут прудов было, все загублено, людей сослали. Ни за что. И речь идет о миллионах, миллионах тружеников. Вот мы смотрели канавы, какие здесь. Я захожу и почти врос. Так это 80 лет назад. Она уже заросла, там осыпалась. Это они вручную лопатами копали. Какой народ был? Ну, Господь знает, за что допустил такое. Ну, хотя бы внутренне сознать. И опять коммунисты к власти. Опять голосуют за Зюганова. Безумие полное. Я сейчас детям загадку задам. Так, разрешите мне загадки задать? Да, пожалуйста. Сюда подойдите кто-нибудь, поближе подойдите все. Девочки, мальчики, подойдите. Подойдите поближе. Что? Это очень полезно, ботаника. Что за растение? Ирис. Ирис. Ну-ка скажите. Ирис. А? Ирис. Ирис, это первоначальный, от которого вывели все остальные. Держи. Дальше, что это за растение? Колосок какой-то, овес, трава. Так, что оно за растение и для чего оно нужно? Не это знаю. Пчела, по-моему. Дальше, смотрите. Вот белое, что земляника. За растение? Клубника. Клубника. Ее очень много здесь, я по берегу прошел, много. Если вы доживете до этого времени в лагере, значит, мы будем тут ее брать просто много. Держи. Ну вот это растение, наверное, никто не назовет. Тысячелистник. Так, дальше смотрите. Внимательно. Вот это. Клевер. Клевер. Или трилистник. Так, а с чем он полезен? Второй коровы и будет. Так, с него пчелы берут, нет, мед? Да. Не берут. Может брать только шмель. У него длинный хоботок. У него очень далеко находится нектар. Немножко возьми. Только. Шмель. Дальше. Что вот это за растение? Молчок. Кто знает? Его специально разводят. Оно исключительно ценно, ценится в Америке, в Японии. И снимает вот это. Видите, она как этими отдельными. Вот пятая. Вот, вот так по этот. Раз, два, три, четыре, пять. Примерно вот так вот отламывает его и в прохладном месте его сушат. Пустырник. Это кардиологием занимается. Он сильнее действует, чем корни валерьяны. Понюхайте. Возьмите. Запомните, пустырник. Это ценное, а мы его сегодня косили, костер бросали. Да. Здесь очень редкие растения, даже занесли. Вот еще один упал. Так, это что за растение? Что брал? А вы слышите такое слово, Тимофеевка? Нет. Это все растения, которые необходимы в сельском хозяйстве. Я уже не стал дальше тут проходить, тут подряд можно было брать и называть. Тут и тысячелистник, и кровохлебка, и какого только нет.
Вот люди ищут лекарства. Любое лекарство, оно отрицательно сказывается на другие органы. Лечит печень, вредит легким. А вот это, если в нужной пропорции, ничему не вредит. Оно одновременно повышает тонус всей жизни. Ну все, пойте дальше. Давайте. Небольшой урок ботаники. Спаси Христос. Слава Христу. Ну, кто знает эту песню, подходите. Во сне видели его, что он ко мне приедет, только во сне. А что будет, Бог его знает. Ну, что она нас знает, это точно. Архиерей спрашивает, прямо называет меня по фамилии, по имени. Алексей II спрашивал, как мне передали. Мы молимся за него. Все. Только б не напрасно было, чтоб у нас грехов убыло, и пришли мы к Пасхе обновленные. Марина Долонова. На сугробах талых солнце свой узор рисует. Два раза, да. Ну давай, да, только ты не так маленько, а вот так вот держи. Виктор Николаевич, а что? Наверное, будем размонтировать все это дело. Слишком опасно. А, ну, бумажки просто, склеены. Конечно, просто послать рабочих, и чтобы разбирали, валили. Большие давайте, плотины ломали. Давайте сначала, я просто повторял. Добрый вечер. Потому что оно склеено. Ну, кому-то сесть хочется. Давайте сядем. Это потому, что наш Христос воскрес. Громче поем. На сугробах талых солнце свой узор рисует. Тянет к небу ветви от снегов уставший лес. Все проснулось и ликует, вся природа торжествует. Это потому, что наш Христос воскрес. Все проснулось и ликует, вся природа торжествует. Это потому, что... Местный, который губернатор, полевой судья, прокурор, это я все знаю. Я с Суриковым разговаривал до него. Потому что я ему только сказал, что покайтесь. Ну а какой он юрист? Его Путин поставил. Я у него ничего не могу. Ну где рукавицах, рукавицах? Вон у Виктора Николаевича. Где у тебя есть все? Не где не достаешь палкой? Вот это большой, большой. За водой смотрите, вода текла здесь, а соли-то я говорю взять принесли. Так ты куда? Ты что играть-то кто будет? А играть вон у меня музыка. Ну конечно. А сейчас вы все есть будете, уже не играть. Тетрадки. Я думаю, она готова. Подсказывай ему тоже, что так. А ты надолго уходишь? Вот испекли картошечку на костре. Сейчас Ваня Гроб отходит, всем раздает. Сдали всем листочки, соль еще дадут. Если листочки еще нужны будут, у меня есть. Только ими не сорите листочки, их потом в огонь.
Держи, ворон. На бумажку, на бумажку. Давай поменяемся, мамуш. Давай с местами. Местами. Прося, фотографируй братика-то. Ваня, посмотри на меня и улыбнись. Так ты его во время работы. Что ты его так? О, можно комаров разгонять. О, сердце! У меня опять сердечко. Ну-ка, Тамарки, давай. Аня, смотри, у меня вторая растет. Болта не парит. Взял такой, а у него вывалилось. Аня, что, не смеются. Перекреститься и кушайте, Господи, благослови. Кепки нужно снять, да? Вон еще там. Дядя, а где соль? Да ты что, молодец, сразу. Соль у меня, соль у меня. Ай! Давайте соль. Виктор Николаевич, можно доверять-то ей? Кто это, Фрося? Да. Разнеси, Фрося, по щепотке соли. Только не рассыпь. Этому не дали. Не дали отроку. Отроку? Тимофей, Тимофей, садись сюда. Сейчас сядет, и я ему дам. Вот у Нестора. Садись сюда, садись, Тимофей. Садись. Сыновато есть картошка. Звезд нового года. Но она более полезна, здесь витаминов. Фрося! Фрося, на три хлор неси. Фрося, а мы с тебя спросим. Давай на три хлор. Хлорид натрия, неси сюда. Положи мне щепотку. Дайте Тимофею картошечку. Фрось, дай ему картошечку еще. По пути захватил, он ведро стоит. О, осторожно, горячая. Надо было принести. Дед Никита. Сестры, они могут так устать, что они не подлечили. Мне Галя загуляла, спрашивала, хлеб надо, нет, хлеб надо. Никита, говорим тоже, немножко. По кусочку, я говорю, что... Старшим воспитателю можно булку. Картошку можно по кусочку брать. Убери хлеб. Где он? Для искушения повесили просто. Кто хочет, тут картошку не дать. Кому дать? Кто ест сейчас кусочек хлеба, он просит. Вот Любовь Николаевна и тетя Валя. А где соль? Где соль? Соль. Где? Где соль? Соль что, закончилась? Соль закончилась? Картошка или соль? Что, помещик Комаров было, сейчас Виктор Николаевич подкидывает крапивы. Сейчас этот дым всех комаров разгонит. Давай, 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 давай,
теперь уж точно комаров нету, да? Нет, они еще у меня! Черт! Аня! Не комаров, не детишек вокруг. Мама говорит, я наверное... Ага, а я? Много лет учили тебя и меня, чтобы лодка жизни удачно плыла. Главное не бросить весла своим, но Иисус однажды открылся не ты, ты мой белый парус, моя ладья, рассекая волны, плывет в небеса Иисус мой парус, бросил весла я. Ветер благодати влечет меня, берега не видно, все объяло мгла, яростные волны бьются о борта, весла переломаны, только надо мной все такой же белый парус мой, ты мой белый парус, моя ладья. Рассекая волны, плывет небеса Иисус мой парус, бросил весла я. Ветер благодати влечет меня. В нашей жизни весла — это дела, что без Бога сделаны, чтоб спасти себя. Спасение приготовлено Богом самим, белым-белым парусом моим. Ты мой белый парус, моя ладья, рассекая волны, плывет в небеса. Иисус мой парус, бросил весла я. Ветер благодати влечет меня. Ты мой белый парус, моя ладья, рассекая волны, плывет в небеса. Иисус мой парус, бросил весла я. Ветер благодати влечет меня. Вот так. А теперь деревенские поют. Перемена объелась, точно. И печали нету, так петь невозможно. Ксения, Ливия, сюда идите. Ксения, Ливия. Ксения нас зовут. Иерусалим, знаете здесь? Я знаю. Здесь нет. А подождите. Он не может. Часами юность быстро крылая летит, мы ее для Господа отдали, жизнью нашей Он руководит. Сейчас, минуточку, слова откроем. А я зашел. Ну что, подходите сюда. Можете все подходить. Поем эту песню. Вот она. Пойдем. Поем. Ну когда будешь петь? Потому что лагерь я не знаю. А вон отчет. Привет. Да?
Катя, идите тоже. Полетными часами юность быстрокрылая летит. Мы ее для Господа отдали. Жизнь наша руководит. Вдвоем с братиком, возьми братика. Кирилла. Вспоминать не будем ни скитания, ни благословенного труда. Пусть отца годы вереницы, мы ближе к вечности идем. За крайней жизненной границей в небесный дом пойдем. Нестор. Несказанная мука, боль души сердечная тоска. С грешным миром будь скорее разлука. Наша цель ясна и высока. Небо нам желанная отрада. Небо нашей жизни все мечта. За святые подвиги награда. Счастье неземного красота. Красота. Пусть отца годы вереницы, мы ближе к вечности идем. За крайней жизненной границы небесный дом войдем. Что-то молоток. Ну, у нас не весь хор был. Лизы нету этих стинок никого. Кстати, где у стинок? У стинок. Тихо, все, успокоились. Чудный город света, там нужды, болезни и печали нету. Там живут святые, там играют гуси. Веня, Веня, успевая славу Господу Иисусу. Болезни там нет, не гаснет там свет, не Иерусалим. Там вечно живут, там песни поют, и Иерусалим, и Иерусалим. Ты город живых, ты город святых, Иерусалим. К тебе я стремлюсь, да, Иерусалим. Мешаете, Василиса? Ты мешаешь? Нет. Не спорь. Братья мои, сестры, мальчики, мальчики! Ну-ка прекратили, разговоры прекратили, разговоры прекратили, я сказал, песня поется. Разговоры прекратили. Паша, слушайте божественную песню. Там вечно живут, там песни поют, Иерусалим, Иерусалим. Ты город живых, ты город святых, Иерусалим.
который дал тебе Христос. Он умер на кресте, пожертвовав собой. Огонь любви он всем принес. Гори огонь, всегда гори. Воспламеняй собой холодные сердца. Согрей его и ободри. Скажи, что не покинет его вечный Бог. Засветит солнце перед ним. Гори огонь, всегда гори. Воспламеняй собой холодные сердца. И новый мир, перебивайте песню. Озари, которым радость без конца. Который к радости ведет, то ты в его груди огонь любви зажги, чтобы он смог путь найти. Гори огонь, всегда гори, воспламеняй собой холодные сердца, и новый мир прекрасный озари, которым радость без конца. Суровый мир гасит огонь, и могилой Христос собой. Он сохранит среди ритмов. Гори огонь, всегда гори, воспламеняй собой холодные сердца. И новый мир прекрасный озари, которым радость без конца. Стали. А это было в интернете. Поют
они, какой-то хор таких, но они то ли румыны, то ли цыгане. Он нас сделал родными, и хотя мы цыгане, дал нам новое имя, зовут Кристиан. Они что, так маленько с акцентом, но чисто по-русски у них хорошо получается. Там знаешь, какая песня есть? Чтоб деревни были. Прихожу к тебе я хвалою, чудеса твои велики, и любовь твоя сильна. Прихожу к тебе я с хвалою, чудеса твои велики, и любовь твоя сильна. Не смеяться вам. Как ты велик, как ты
Василиса, только вон подкидывает. Тихо, тихо, тихо. Сюда кладите и все. Вы сами не подкидывайте, ни в коем случае. Сюда, вот, смотри, сюда. Как ты велик,
слава! Слава Христу, слава Христу! Вечная слава, вечная слава, вечная слава, слава Христу. Спасенный быть, и сердце Господу, Богу единому, Христу Спасителю, все подарить, вечная слава, вечная слава, вечная слава, слава Христу, слава Христу. Вечная слава, слава Христу. Не лезь. Чудный прославленный, царственный Божий Сын. В небе Христос Господь, в небе нас ждет, в небе нас ждет. И сердце Господу, Богу единому, Христу Спасителю, славу поем, вечная слава, вечная слава, вечная слава, слава Христу, слава Христу, вечная слава, вечная слава. Вечная слава, слава Христу, вечная слава, вечная слава, вечная слава, слава Христу. Аня, иди садись. Бабушка, иди попой. Одна была. Ну, хоть какую дорогу знаешь. Это было вчера. Только образ родной очистый. Я верю в Бога и в Божий образ. Преображаюсь в духовной жизни. Вы же этих песен не слышали? Кирилл, слушай внимательно. А вы только свою партию должны. Давай. Я не знаю, вы не смотрите на Витю. Витя, да, вы только свою. Свои переливы делаете. Свои ноты берете. Аня, не отвлекай его. Андрей, здесь сядь и слушай внимательно. Я там слышал песни, не понял слова. Давай, здесь на земле. Садись куда-нибудь. Лишь образ, лишь только образ родной отчизны. Я верю в Бога и в Божий образ. Преображаюсь в духовной жизни. Я верю в Бога и в Боге сильно. Вновь становлюсь, возрастая в вере. Я вижу Бога на небе синим. Я слышу Бога в поющем ветре. Он очевиден в луне при солнце. Он слышен в шуме дождя и снега. Я как сотрудник его посольства, провозглашаю программу неба. Он очевиден, как улыбки солнца, он слышит шуме дождя и снега. Дождя его посольства, провозглашаю программу неба. Вот репетировали, получилось два голоса. Отлично. От
Вот, ангелы в небе, кстати, с лагеря не летели дальше. Это там. Не понял. Кто помнит, ангелы в небе Господа славят. Давайте споем. Дядя Витя! Да. Дядя Витя. Она побежала! Она летела вот так вот, а потом завернула как-то по-другому. Так это же спутник. Ну так она летела вот так вот, а завернула. А спутник он может завернуть или... Траектория его полета нам не ясна. Кстати, она может круговая быть, но нам может казаться, что она не так. Лагерстан в степи. Благодаря газетам и фильмам известен во всем мире, что можно придумать шикарней и круче, и менее строение все шире и шире. Если он беден, футбол не казис, а в шахмат дождя не прогрызен мешани. Чего же боится его замнить? Сравните дворцы с нашими шалашами. Ну что, молчим, громче кричим. Хорошо. Слава тебе, Господи. Буква Йо удостоилась такой чести. Витя! Говори, говори. Солнце играет в лучах.
ходи никуда. Закат пурпурно-красный, словно кто-то пролил свою кровь. Я хочу, чтобы всем стало ясно, что такое святая любовь. За ночи светлую зарю, за все тебя благодарю. Светом далеким светится небо звездами озарено.
жизнь окончится, пролетит незаметно, как птица. Но мне очень-очень хочется за Россию всегда молиться. Синим цветом далеким светится небо звездами озаренное, и легко душе моей верится, вечный рай, где живут спасенные. Синим светом далеким светится небо звездами озаренное, и легко душе моей верится, вечный рай, где живут спасенные. Нас Господь зовет дорогу, Слово Божье мы везем туда, где не знают люди совсем Бога. Трое благовестника в пути, а четвертый вовсе бессловесный. Ты в молитве вспомни, помяни, чтобы не мешали благовестию. Благовестие, призыв небес, проповедовать падшим, заблудшим. К благовестию зовет Бог Отец, Слово Божье открой и послушай. Прошлая поездка, проба сил, много мы ошибок совершили. Если я кого-то огорчил, кротко говорю, меня простите. Утренняя светит нам звезда, это нас Христос зовет дорогу. Много тут положено труда, чтобы наш спецназ летел в Европу. Благовестие в Европу вперед! Повторим словом Божьим, пленяя благовестие. Настал наш черед, едем мы, ни на что не взирая. Дальняя дорога, краткий сон, мы в степи ночуем под охраной. Вот уж догорает наш костер, завтракать пора и ехать надо. Медлить нам теперь никак нельзя. Господи, благослови в дорогу. Наш наставник смотрит вдаль туда. Бога видит он открытым оком. Благовестие книги дарить, этот хлеб по водам пуская. Благовестью заповедано быть, на начальника жизни взирая. Если наш Господь позволит нам, снова мы увидим ваши лица. Мы расскажем, что же было там, будет чье-то сердце часто биться. А пока молись, люби и верь, если вдруг мы все не возвратимся. В небо нам открыто, Богом верь, только бы ни в чем не усомниться. Благовестие, призыв Христа, проповедовать падшим, заблудшим. Пусть дорогу освещает звезда, только ты будь всегда, брат, послушным. Благовестие, призыв небес, проповедовать падшим, заблудшим. Благовестью зовет Бог Отец, Слово Божье открой и послушай. Все, что здесь есть, мы тут ничего не оставляем. Костер тушим. Внимание, тихо. Келью без взрослых не заходите, потому что вы комаров напустите. Обязательно должен воспитатель стоять и отмахивать комаров. А то вы быстрее, тихо. А мы с девочками быстро заходим. Тихо. Потому что вас трое. Обязательно, чтобы воспитатель стоял и отгонял комаров. Всем понятно? Да. Да.
Вы сейчас прославим Господа. Маленькие сюда подходите. На передний план. А то вы там сзади взрослых спины одевите. Кепки снимите. У нас краткая молитва. Видите, какое тихое мирное время нам Господь даровал. Дети где-то на Украине, в Донбассе гибнут. А у нас, слава Христу, мирное время. За все надо благодарить Бога. Повернемся туда, в ту сторону. Мальчики, кепочки снимите. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Поем. Царю Небесный, утешителю души истины, и живи здесь, и вся исполняй сокровище благих, и жизни подателю, приди, вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси, блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые, посети и исцели. Немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должникам нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Господи, мы благодарим Тебя за это тихое мирное время, за все Твои благодеяния, за пение птиц, за эту тихую спокойную ночь. Слава Тебе! Благослови нас всех расходящихся, сохрани, Господи, и благослови на долгие годы. Детям даруй страха Твоего, веры и послушания. И всякую нечистоту удали из сердец наших, Господи, чтобы мы очистились и пребывали во Царстве Твоем Святом. Прости, если что не по Твоей воле было сделано или сказано сей день. Владыка Христе Божий, прости и помилуй, ибо Ты благ и человеколюбец, и Тебе слава подобает, и Тебе славу воссылаем. Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, молим Тебя, единый Бог в трех лицах, посети нищих, сирот, вдов, одиноких, страждущих, болящих, гонимых за веру, томящихся в узах, темницах за Слово Твое, милующих, питающих нас, подающих нам милостыню, всех православных христиан посети милостью Твоею. Тебе за все хвала, слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Благослови наших родителей, Господи. Заблудшим даруй покаяние. Не дай им уйти, Господи, из этой жизни беспокаянно. Падших подними, болящих уврачуй. Благослови наших духовных отцов, наставников. Даруй душевного спасения, телесного здравия. Продли их жизнь во славу имени Твоего Святого, для пользы Церкви и ближних. На врагов пролей милость Твою, Господи, даруй им покаяние. Не дай им уйти в вечность без покаяния. И пролей милость Твою на болящих рабов Твоих. Огонь болезни угаси, Сергия парализованного посети, Надежду, Любовь, Анну, Александру, Агафью, Татьяну, Неонилу и других, находящихся на болезненном одре, Господи, посети милостью Твоею. Гонимых христиан утверди в вере, не дай им отречься от Тебя, и нас укрепи, Господи. И в годы лютых гонений и испытаний не дай нам, Господи, чтобы мы отступили от Тебя, были предателями. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Достойно есть якого истину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим,
без искления Бога слова родшую, сущую Богородицу тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй, благослови! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, по молитвам пречистой Твоей Матери, преподобных богоносных отцов наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Прими, Господи, все моления наши, воздеяния рук, как жертву вечернюю, пред престолом благодати Твоей. И соедини наши молитвы с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе, на земле. И услыши молитвы тех, кто молится нас во благо нам. И прими наши молитвы о всех заповедавших молиться о них. Да будет все по воле Твоей святой. Тебе за все хвала, слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, говори, слушает и слышит раб Твой. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Спокойной ночи. Напоминаю, лагерные, сейчас не спешите, только со старшими заходите. Разбираем все вещи. Тут у нас остаются вещи. Поэтому развернемся. Возьмем. Особенно старшие. Не торопитесь, старшие. Значит, каждая Галина и сестра Валентина, посчитайте своих, когда в келье войдете, чтобы все были на месте. По одному никуда не уходить в темноту. Разбираем вещи. Пошли. 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 Пош